Ситуация с африканской чумой свиней становится серьезной, и потому специалисты областной ветлаборатории напоминают владельцам подсобных хозяйств основные меры безопасности. Во-первых, нельзя допускать контакта свиней с другими животными. Во-вторых, нужно проводить регулярную чистку и дезинфекцию помещений, где они содержатся. Кроме того, необходимо исключить из рациона продукты, в безопасности которых не уверены, и не допускать в подсобное хозяйство посторонних людей. Ну а в случае появления признаков заболевания или внезапной гибели свиней, нужно незамедлительно обратиться к специалистам.